Бенгилия. Да, еще динар. Динарин лучше при входе. Здорово. Вот послушать теперь об этом будет совсем интересно. Потому что побывать побывали, а послушать и послушать. Амфитеатр. Амфитеатр, он круглый. Колизей, он овальный. Колизей – это гладиаторские бои. А амфитеатр – скачки. Как в Бенгуре. Да. А здесь кто убывает другого. Вот так. Очень большой контраст. Они культурный народ, римский. Очень культурный. Ходит в театр, ходит в музыку, концертный. Любит музыку, любит театр. Много читает. Библиотека есть. А любят присутствовать на убийстве. То, кого убивает. Здесь не кончается в ничья. А кто-то здесь, они должны победить. Что я должен здесь вам рассказать? Смотрите, вот это все реставрация. 100% реставрировано. Камень, он исторический, а так мы его опять собрали, опять соединили, опять сделали. Почему? Потому что действует сегодня этот Колизей. Мы концерты организуем здесь. Вот, пожалуйста, сцена. Вот. Симфонические, не симфонические оркестры действуют. Действуют. Люди покупают билет и заходят сюда, сидят на этих белых стульях из пластики и любуются этого количества спектакля. Обратите на этот маленький деталь. 5 ступенек, а потом стена, забор. Видите этот забор? Это только для богатых. 5 первых рядов. Только для богатых. А те, которые сзади, тоже богатые, но не имеют никакого связи с правительством. А эти люди, и они, кроме того, как они богаты, они еще с правительством. А правительство, да, совершенно верно. А вот правительство между этими двумя ступенечками, лестница. Это лестница справа, лестница слева, это правительство. С навеской, с тканью сидят от солнца, от всего и любуются этот, конечно, спектакль. Самые бедные, где сидят? Вот где эти 3 туриста там наверху? Наверху там. Это самые бедные сидят там. Лестница была, исчезла. Мы ее не реставрировали. А такие средние. Вот от этой стены к этим туристам, которые поближе вот сюда к нам. Это уже средние люди. Они покупали себе билет и заходят сюда, любуются этот спектакль. Этот коридор, который здесь, это только для зверей. Вот этот коридор, это только для зверей, ходят они себе свободно. А гладиатор, где он, гладиатор? Гладиатор, он был здесь внизу. Он здесь живет. И здесь он тренируется, он готовится к спектаклю здесь, на сцене. Чтобы его не ждать, их выбирают, кто с кем будет сражаться, а потом они сидят в комнатах изоляции. Я вам покажу, где они сидят и ждут очень, когда они выходят на сцену. Вот это железо не было. Вот это железо не было. Вот оно. Не было. А что было? Были бревна и доски, и такой же песок. Они убирают этого песка, снимают эти доски, снимают эти бревна, смотрят на этих, они стоят вокруг этой ямы, издеваются над этими бедными гладиаторами, некрасивыми жестами и слова, не надо об этом, конечно, говорить, здесь много детей у нас. А потом выбирают, ты выходи, их знают по имя.
их знает по имя и имя, как у вас такие люди, скажем, вот мастер спорта по боксу. Международные мастер спорта, они, народ знает, кто такой. И здесь тоже народ знает эти гладиаторы и называет их по именам. И за ними они ложат деньги. Теперь познакомьтесь с этим камнем, это Атлас. Это наши горы. Дают такой камень. И смотрите, что делается здесь. Вот эти девочки. Вот она. Вот это она. Это для того, чтобы поднять камень. Эта железка, такая форма она имеет, заходит сюда. И с той стороны тоже. И с той стороны такая же яма. Заходит железка, и можно, конечно, это поднять. Это поднимают люди, это поднимают звери. Чтобы поднять этот камень. А почему? Потому что иначе, если бы этот камень был здесь, не хватало бы места для рук, чтобы это поднять. Не будет места. И не поднимешь, не поднимешь. А таким образом, конечно, можно. Теперь, не думайте, что это были такие голые стены. Здесь был мрамор. Мрамор. А где мрамор? Вот это. И вот вокруг, вы идете туда, одни куски мрамора остались. Кто это забрал? Это вандал. Вандал, это ваш сосед. Вандал забрал, ему это не нравится, забрал, себе строили в другом месте. Ему это не нужно. Это другая культура, другая голова, это не наш, надо все это. Осталось вокруг. Вокруг Колизея одни такие участки, конечно, мрамора. И заканчивая тем, что самая богатая страна в мире по мрамору, это кто? Италия. Италия. До сих пор мы у них покупаем, не кончается. Все эти статуэтки с там, как его, Геракль, диадема, эскулап, все это мрамор. У них в домах одни колонии с мрамора, одни боги с мрамором, все это там. Так, теперь я вам покажу, где изоляция. А какую изоляцию? Здесь изоляция гладиаторов. Здесь была крыша. А что за крыша? Лестница. Лестница, она от этой стены к тем камушкам, видите, к тем камушкам? Вот это была лестница. Это лестница для средних людей. Средняя цена. Средняя цена. В основном вот это данное, это когда увидит император, что людей не хватает, он их пускает бесплатно. Бегут. Бегут и заходят куда? Заходят туда. Как можно зайти? Не отсюда вверх, как у вас на стадионе, а сверх вниз. То есть идут они, как мы шли, поднимаются по лестнице, выходят от этой арки и набирают, и берут свое место. Вниз вот такие. Вот так. Изоляция. Значит, чтобы его долго не ждать, они его выбрали, он здесь должен быть находиться. Рядом со зверью, чтобы зверь слышал запах человека, чтобы она была готова. Как только она выходит на сцену, она уже знает, зачем ее выпустили на сцену. И сразу с первых секунд она уже создает спектакль. Почему? Потому что она была рядом. А что здесь? Здесь был туалет. Кстати, римлян для себя делал канализацию в доме, а для гладиатора без канализации. И вы вниз потом пойдете без канализации. Вот так, прямо
на землю. А? Это туалет. А вы знаете, почему туалет? Потому что в это время желудок хорошо кружится. И хочется в туалет. Ты же знаешь, левый тебе идет. А здесь вода. Вода. Матвей, Джака, моется водой. А здесь сидит. Сидит. Но она была до сих пор вот такой. Была, поломалась, но это место сидения. Ну, вот так сидит и ждет. И чтобы выйти, конечно, тут. А вот черные это потому, что костры жгли? Черный цвет? Да, черный, потому что здесь были войны, были пожары, были в истории. Поэтому. Понятно. А вот тут вот везде тоже все были ряды. Он круглый получается везде. Все закрыто полностью сидячими местами. А самый почетный вот именно в этой части. Ясно. Я еще все хотел. Люк? Да. Охрана. Здесь тюремщики, рабы находились. А охрана здесь, если что-то передать это отсюда, если кто-то надо выйти, кто-то умирает, это же отсюда. Обязательно это. Несколько таких штук. И разного размера. На сцене такие же. А это не свет, нет? А? Вниз. Нет, это не свет вниз? Не. Нет? Это именно люк? Это не поможет. Это не поможет. Я понял. Это не поможет. Есть даже большие. Там большие. Если что-то такое большое передать, значит, заходит в такой большой люк. Если охрана просто или что-нибудь такое, то это маленькое. Есть маленькие, есть большие. А вот по сцене держали животных или гладиаторов здесь? Или... Животных это здесь. Животных? Где коридор. Где коридор, да? Вот это. Ага. Я понял. А под сценой? А внизу это люди. А внизу людей? Люди. Как раз понятно. Они выходят сюда только к бою. Только к бою они здесь сюда. Выходят. А живут там? А живут там. А звери просто вот здесь гуляют? А звери здесь. Понятно. Мой город Сус. Мост Иисуса. Эль-Джам. Римский колизей. И на берегу моря находится. Видите, где он находится? Там нарисован колизей. Крестик. Дальше. Вниз. Едем. Ну, Схира. Схира. Я навел фломастером. Схира. На берегу моря. Схира. Техническая остановка. Следующий. Перекусить, если кому-то надо. Дальше. 15 минут остановка. Дальше. Мы едем. Находите ГБС. Там не поставьте крестик, мы не выходим. Но можно писать первый оазис в Тунисе. Это ГБС. На берегу моря. Первая экзотика, там где пальма, там экзотика. Первая экзотика. Мы не выходим, мы нет. А где мы выходим? Матмата. Ниже. Гадес? Матмата. Матмата. Это берберский городок. А кто такой бербер? Это коренной житель Туниса. А шаде будет Матмата. После обеда мы уезжаем от Матматии в Ритарат. 10 километров, 8 километров, и мы выходим. Там Мезре. Пишется маленькими буквами. Это тоже бербери, но моложе, чем те, которые в Матматии. Вот эта дорога от Матматии до Друза. 90 километров, ни души, ни магазинов, ни бензоколонок, никого нет, кроме кочевников.
верблюди, костяки, барашки. Дни людей 90 километров едешь, никого нет. Это тоже пустыня. Ночуем в Дусе. Хороший будет. Извините. Солнце в пустыне и возвращаемся к себе в гостиницу. Утром встаем. Продолжаемся экскурсию. Куда мы едем? Там, где пятно голубого света. Это Соломенное озеро. По-моему, без воды сейчас. Летом без воды, зимой с водой. Соломенное озеро. Посреди этой соломенной озере там есть такая красная линия, и, по-моему, 90 километров. Там, где 90 километров, можно поставить крестик, потому что мы останавливаемся на соломенной озере фотопауза. Мы седем в джип. Где не кончается соломенное озеро, джип нас ждет. 5 джипов нас ждут. Едем влево. Трехугольник. Весь этот трехугольник – это не джипы. Это где-то 120 километров, 130 километров джипы. Влево – это Рави Париж Дакар. Это как раз через это место. Езда по трудным местностям. Водители покажут вам своего мастерство. Это мы едем по пустыне до одного места. До одного места называется декорация «Звездных войн». «Звездных войн» — это фильм американский 69-го года. Первой серии был снят там. Декорация, оставить этот город, этого мальчишка, этого фильма, и вы заходите в этот город, сфотографируетесь на фоне декорации с ним. Второй сюжет, мы едем в Шипика, горе. И у вас из горы в горах, в камне, растет парк, водопад. После Шипика едем в Метлауи. Находите Метлауи. Это наш обед. Второй наш обед – это Метлауи. После обеда мы направляемся домой с двумя остановками. Первая – техническая, плюс покупки. Это супермаркет. Это будет Шельма. Там пишут Шельма маленькими буквами. Шельма. Дальше. Керуан. Там и мечеть. Керуан. Керуан — это бывшая наша столица. После Керуана уже едет по домам. Зус и Хлоп. Наш маршрут, который перед вами, автобусом 1000 километров.
работать. Ух ты, человек-дуркит или что? Скелет какой-то. И своими лучами приготовлено этих оливок, пока они станут последними. Эти плантации справа и слева не продаются по метру квадратный. А вот в канистрах что продают? Вдоль дорог канистры стоят. Что продают? Канистры. Ой, боже мой, это проблема. Это контрабанда. Это контрабанда. Это бензин. Бензин это сливье. Потому что эта дорога прямо, куда мы едем, это идет в Ливию. А Ливия, эти машины, которые на арабском языке, на уход сделаны, пишут черным. Это Ливия, это наш южный сосед. Это мама года. А завтра мы едем по другой дороге, не по этой. У нас же по кругу. Вы же заметили, карта есть она у вас. Мы не возвращаемся по этой дороге, мы едем в другую дорогу. Другая дорога ближе к Аджиру, значит, это бензин, это газ, это не газ, солярка из Аджира. Это контрабанда. Сейчас, в это время, полицейский боится простого гражданина. Раньше гражданин боялся власть, теперь власть боится народа. И так что бензин аджирский продается намного дешевле, чем тунисский в бензоколонке. Смотрите на эти башни слева, впереди и слева. Это насос для воды. Там внизу вода. Вот здесь внизу вода. И нельзя заходить туда, кроме как работники воды. Вода принадлежит государству. Свет тоже государству. И только государство продает. Вот это ящик синий, вот слева, на улице. Ящик синий – это счетчик для воды. Не бывает дом, не бывает магазин без воды, без счетчика. Смотрите, вот справа, впереди, это системный, по-моему, набирает. Вот. Набирает воду. Нажимает. И потом включает воду. А идут потом постоянно народу. Тем больше ты потребляешь воду, тем больше ты потребляешь свет, тем дороже будешь платить. Меняется тариф каждые 20 метров кубических. А свет меняется каждые 10 киловатт. Меняется тариф дороже. И повышается, что бедная семья меньше всех платит. Богатая семья, у него сад, у него газон, у него то, он платит больше, потому что он употребляет больше. Это вода, справа. Вот эта труба, это вода. Ужасная вода, и мы будем обедать и ночевать. Она жесткая. Она содержит много соли. Откуда вода? Вода из Сирии. А на Сирии много гидростанций, много воды. И вот север помогает югу. Телефон все одинаковые продают, что бедные, что богатые. Почти у всех антенна параболическая. Они смотрят весь мир. Если они понимают, то это весь мир они смотрят. Если не понимают, то, конечно, только на арабском телевидении. Криша Рок, вот смотрите,
план под землей. И таким образом люди собирают дождливую воду. Как это вытаскивает? Это насос. Покупаешь электрический насос, выкачивай воду. Ты платишь за электричество, а за воду ты не платишь. Это можно. У нас в Туисе как только дождь, это значит зима. Как только у вас снег, это значит зима. Обратите внимание, есть такие колючки. Видите, справа. Слева тоже. Это земля и чья. Там, где колючки, там соль. Там, где нет этих колючек, значит, что-то растет. Видите, там, где колючки, ничего не растет. Соль. Небольшой концентрат здесь, небольшой. Ну, где-то 7, 6, 8 процентов есть соль. Эвкалипт. Вот это справа и слева. Он здесь несчастный. Иисус, хамамик. Только не такими кусками он режет, как вы делаете уже. Просто большие косы. И вот их на деревесном угле. На деревесном очень угле. Плюс салат. Вообще-то, ну, самое, попадется он в такое заведение. Стало дорого раньше. Если попадется в такое заведение, про которое сейчас говорят, сейчас уже по большому счету обязательно попробуйте. Очень сажаем свежее мясо, да. Прелестно. Да, мы с радостью. Это лучше, чем сэндвич. Еще не гамбургер попадается. Вот он чем? 25 килограмм мяса. Весит сырое, а не слишком сырое, килограмм там приготовим. Чтобы у человека хорошо готовы увидеть. Гарниром без сырого. С гарниром? Это все совсем. Ну, вчера уже где-то. Да, это он просто вчера еще. 27-го. Да. Машину на прокат взять, все близко становится. Все легко. Ой, какая прелесть. Эх ты. Да, а в какой-то злачном месте остановились. Вот нет бы. Да блин, это вообще обалденно вкусно. Достали что-нибудь. Эх. По цене сэндвичи можно было. Троих человек мы ели. На троих? Ну, 25 на все. Человек, нормально, мясо, мужчине, 30-400 грамм. Да, именно так. Ну, достаточно. Да. Да-да-да. Далеко кафешка на тарелке? Да, к сожалению, да. Вот мы так думаем, что сюда мы еще раз съездим, просто поедем. Ну, что-то как-то 50 километров, наверное, нет. 50 километров, это так уже Мадрид туда-обратно.